Простите, я не знаю, как давно мы беседуем. Мне нужно сделать статью к утру. Все, что вы говорите, противоречиво. Нельзя быть в двух местах в одно и то же время. То есть, необходимо сделать выбор. Какая из этих всех жизней правильная? Каждая из этих жизней правильная. Каждый путь правильный. Все на свете могло быть другим, но иметь тот же смысл. Теннесси Уильямс. Вы слишком молоды, чтобы это помнить. Вы не можете быть здесь, если вы умерли. Вас не может не быть. Разве есть жизнь после смерти? После смерти. Почему вы так уверены, что существуете? Вас нет. И меня тоже нет. Мы живем только в воображении 9-летнего мальчика. Мы — плод воображения мальчишки, перед которым стоит невозможный выбор. Беги! Немо! Беги! Немо! Немо! В шахматах это называется цугванц, когда единственный полезный ход не двигаться с места. Посмотри. Это же море. Мальчик его разбирает. Оно ему больше не нужно. Раньше он не мог сделать выбор, потому что не знал, что будет потом. Теперь он знает, что будет, и поэтому не может сделать выбор.
Спасибо. Спасибо.